Так, ну что, погнали. Блин, мне жалко, что я вчера все бабки просрал, когда мне уже лень играть было. Потому что я вот так вот в текстуре забагался несколько раз. Блин, так клево от игры отдохнул. И такой задорный, прям свежий, прям ух. Прям монетки хочется все собрать. Прям кайф. Какая же покчамповая игра. Прям все монетки бегу собираю. Веселый такой. Класс, класс. Блять! Сука. Так, все, поехали, ребят. Про гейминг. Хорош болтать. Время умирать. И это было... Ну, это было болью для меня. Да пошел ты в жопу-то, блин! Я вчера вообще тут всегда изи допрыгивал. Почему я в итоге это... Почему я тут дохну-то, ё-моё? Да что со мной не так-то, ёб твою медь? Почему я не долетел-то? Ну, блин, мужики, ну я чё тут-то, блин, падать начал-то? Какого чёрта? Слушай, как будто она быстрее качается. Да чё происходит-то с игрой? Почему меня сталкивает? Я уже пятый раз тут дохну. В этом-то месте какого чёрта я дохну пятый раз уже? Я бы игру уже прошёл. Пожалуйста, чел, давай мы не будем падать. Блять, один я вижу, как его, сука, отталкивает. Один я вижу, как он падает, его вот так вот вверх отталкивает и сталкивает с этой штуки. Чё происходит-то? Вчера такого не было. Это что, вы запатчили? Серьезно? Сегодня патч качался в этой игре. Я 6 раз тут сдох, я просто прыгаю, как вчера. Блять, что-то не то с игрой. Она вообще изменилась после позавчерашнего. Что такое? Что-то прям... Как будто ее подкрутили немного. А! Какая сволочь написала, что тут карман слева, а? Ты хотел, чтобы я сдох, козел, блин. Но я выжил, понял? Если я сейчас опять умру, я просто охренею, блин. В этот раз меня не оттолкнуло. Подожди, что-то... Блин, вам не кажется, что это место иначе выглядело? Как-то я не понимаю, а как... Щиты были, думаете? Ну да, наверное. Да не, он прыгает вообще сейчас иначе. Он как бы... Я прям чувствую, что я должен допрыгнуть, а он супер как-то низко прыгает. Да нет, дело не в том, что там нет второго щита. Дело в том, что он, в принципе, очень низко прыгает. Там визуально я более чем должен был допрыгнуть. Бля, куда я? Ёб твою мать. Ну это я уже... Меня просто раздражает начинает то, что я 10 раз в одном и том же месте почему-то меня отталкивает. И я должен теперь заново бежать его. Сука. Да не, ну, бля, с игрой что-то не то вообще. Что происходит? Откройте патч. Что там написано сегодня? Что там запатчили? Патч напатчили, блин. Когда не нужно напатчить свою херню, да, ребята? Сейв перед лодкой. Да это момент легкий, нельзя на него сейв тратить. В этом-то проблема, что это момент легчайший. Смысл там сейвиться-то? То есть я умираю не из-за того, что я ошибаюсь, а из-за того, что что-то происходит, понимаете? Я не виноват. Виноват тиммейты. Тем более перед лодкой, если я сейв нажму, я, возможно, это, меня столкнет. Бля, ну это кекис какой-то. Ну я же вчера ни разу здесь не умер вообще. Что происходит? То, что там щита не допрыгнул. Как будто бы что-то изменилось реально. Вот это что было? Вообще, что это такое? Вы, по-вашему, такое было? Да не было такого. Никогда такого не было. Игру подменили, да. Это как будто мы в другую игру теперь играем. Ребят, я хочу напомнить о том, что киндер — это наркотик. Не покупайте киндер, если не хотите стать наркоманом. Я вот пожалел. Я попробовал киндер и... Типа, как я... Как теперь отказаться? Я его постоянно жру и ничего не могу с собой поделать. Так, чисто одну с чайком. А может, две... Про какой киндер? Да, блин, где этот мальчик улыбается, блин, козёл этот, который делает наши жопы слаще, блин, жирнее. Так, а куда нам идти-то там? Вон на палку, да, там? Да ну! Ты гонишь. Блин, почему я не успел? Очень странно. Подожди, там какое-то говно стреляет, или мне кажется? Понял.
Ты чё, гонишь, что ли, чел? Ой, спасибо. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Блядь, тварь, а! Не, ну вы видели это дерьмо? Да почему ж ты назад-то отпрыгнул? Да ты что, дегенерат, что ли, блин? Ща-ща-ща-ща-ща. Блин, мне кажется, эта игра какая-то рафляная, ребят, вам так не кажется? Как будто ее делали, ну, типа, несерьезным лицом каким-то. Что-то тут, ну, типа, странно как-то. Да точно AAA проект? Перестал уважать стартовые ловушки. Да, конечно, они мне надоели уже. Я просто хочу быстрее их пройти. Они скучные и неинтересные, естественно. Но тут почему-то не сделали, сука, сейв, блин. Да, я перестал уважать. Я просто хочу быстрее пролететь. Я даже не жду, когда она докрутит и так далее. Все, уважаю ловушки. Ловушка. Бегу. Уважаю ловушки. Уважаю. Ловушки самые лучшие. Бля, ни хрена не уважаю. Было бы красиво. А я не понял, куда я должен прилететь, если я разбиваюсь при этом. Куда я должен был долететь, если я при этом разбиваюсь? То есть, в чем смысл этого батута? Эту ловушку не уважаю, ребят, не уважаю. А второй раз не помню. Второй раз, по-моему, минус... Да что? Я просто по прямой бегу! Ну вы хотите сказать, что все так же, как вчера? Я просто по прямой бегу. Почему меня просто... Что произошло вообще? Я бегу по прямой, меня высасывает направо. Я же просто бежал. Ты какая-то рафляная игра. Это точно уровень киберпанка? Я не понимаю. Я просто сегодня фижу, короче. Надо было уходить на пике. Надо было не подрубать второй раз Альтов 4. Я вот что понял. Я просто думал, я отдохну, я стану больше стараться, но нет. Так, пожалуйста, Луфи, не убивай. Луфи, не убивай, хорошо? Спасибо. Да что это? Ну не было такого. Ну что меня вы сейчас-то видите это? Что происходит? Я просто же прыгнул на платформу. Почему меня назад-то выталкивает? Ну тут-то в чем моя вина? Меня просто толкает. И это не первый раз с этого камня. И не первый раз сегодня. Что-то вообще, что-то запачили, блин, этот момент как-то. Так, все, без троллинга игра, пожалуйста. Без троллинга. Вот я прыгаю просто... Вот просто на ровную площадку. Не выталкивай меня, игра, пожалуйста. Просто не выталкивай. Так, а тут-то куда? Как будто туда? Да-да, мне вот сюда, спасибо. Скала здесь такая, типа. Типа есть, а типа нету, да? Ну ладно. Еще один щит тогда. Так, что здесь? Смотрим. Подожди, стоп, охренеть. Подожди, куда мне? Я хочу типа туда, да? Блин, вот щитов бы накупить, конечно. Блин, а одно хп, вы представляете? Бля, ну ты конченый. А, ну ты, блин, ну... Это я не про себя, это я про него, естественно. Клевер удачи взять, думаете? Думаете, с ним нам повезет? Что дает клевер? Ну, не знаю. Счастье, удачу, сонливость немножко, наверное. Пожалуйста, не падай. Мы бежим по прямой, не падай. Спасибо. Блин, а надо было просто попросить. Чё? Все, ребят, это уже значит, я это не пройду, мне кажется, никогда. Мне просто это наскучило, блин. Мне надо собраться, мне надо мотивироваться. Не так, да? Бля, ну куда я бегу? Бля, ну куда я... Ну куда я бегу, ёбан... А знаете, куда я бегу? Да я бегу, блядь, спастись от этого уныния, блин. Ну зачем я бегу? Я же справа там спокойно прятался и проходил, блядь. Не выталкивай. Есть. Не вытолкнуло. О, так, погнал. Ну,
Я просто прыгнул в скелеты. Пожалуйста, не упади вниз, молю. Спасибо. Так, все, не спешу. Не спешу, собран, блин. Так и хотел, все нормально, Кирюха. Надежда, первый шаг на пути к разочарованию. Да блять, ну чем ты меня задела-то, ёбаный-бобаный, бля. О, и опять 15 душных, но при этом мега простых ловушек на 10 минут, блин, ну капец. Но зато мы отрабатываем спидран, вообще понимаете, насколько задрочен этот уровень сейчас будет? Спидран может на ютубе посмотрим, а это по-твоему что? Вот ты сейчас смотришь, ты что видишь? Я не знаю, я не знаю, но мне просто, блядь, впадло, короче, я из-за этого бегу и дохну, блин, как лох. Последние 7 смертей, кстати. Ну нахрена я бегу-то вперед-то, чуваки-то, ё-моё, блин. Все, гуд. Выпил пивка для рывка. А акула, смотрите, не пропадает, она зависла там. Вот крыса, да? Подожди, она же отвиснет. Да ну что с тобой-то, ёбаный стыд? Обновлений не было за сегодняшний вечер? В смысле, в каком плане? У меня на стриме не было, а в игре было. Какое-то обновление было, и я его во всем виню. Потому что, ну, мне больше же нечего, и, ну, не я виноват. Я как, блядь, в дне сурка какой-то, блядь, дурдом. Да. Да. Хотя бы это дает мне, блин, четкую уверенность в том, что это реально кривое дерьмо, блин. А не то, что я с ума сошел. Бля, ну это же безумие тут щиты ставить. Но, с другой стороны, возможно ли тут как-то выпрыгнуть? Бля, тихо. Ах ты, разработчик ковна-то собачьего, а! И щит мне не вернет теперь, да? Вернул бы щит тогда хотя бы, блин. Взял, сломал его. Попробую не падать в воду. Почему? Мне кажется, у меня получится. Я пытаюсь попасть в воду и пройти игру. Должно получиться. Могли все это время в доту играть. Но, блин, в доте нет превозмогания. Я не знаю. Это не лечится. Я просто бегу уже. Куда ты прыгнул, чел? Как же мне повезло тут. О, боже, какая кривая хуйня. Божечки мой, бля. Я надеюсь, дочка, которая в тот раз смотрела, как я кидаю курочек, не смотрит сегодня, ребят. Так, все. Пожалуйста, просто игра. Не вытолкни, сука, меня. Просто игра. Не вытолкни меня за текстуры, хорошо? Молю, умоляю, превозмогаю. Очень сейчас стараюсь в этом моменте. Есть, не вытолкнуло, отлично, идем дальше. Хочется веселиться, веселый контент показывать, бля. А я сижу, душусь, бля, потому что это. Прыгаю 20 раз, она меня 20 раз выталкивает до текстуры, бля, ну пиздец. Так, у меня уже, на секундочку, 8 щитов. 8. Надо куда-то вставить свой щиток. Думаю над планом. Хочется где-то, вот знаете, увильнуть где-то от прохождения, где-то вот сократить. А из-за этого только растягивается все. Так, а акулка, что там? Ну, пошла отсюда, блин. Она реально забагалась? Подожди, у меня реально забагалась акула и просто стоит? Подожди, у меня реально забагалась акула, я там тебе не могу пройти или что? У меня музыка забагалась, пропала. Не, вот появилась. Я думал, просто там, знаете, 10-часовая версия кончилась. Пожалуйста. Просто молим игру, чтобы я не провалился в текстуру. Пожалуйста. Отлично. Все, мы справились в этом моменте. Но акула забагалась по-прежнему. То есть, как бы... Как будто дорога закрыта. Чу-чу-ру. Чего, блин? Пожалуйста. Блять! Да что это, блин? Не рандомная физика, блин, наверное. Наверное, это не рандомная физика, да? Это она?
прыгает рыцарь, блин, летит вперед со скоростью 50 км в час. Что будет, если он приземлится на землю? Правильный ответ. Полетит обратно со скоростью 100 км в час. Ну что это такое, блин? Пу-пу-пу-ру-пу-пу-пу-пу. Да не... Пожалуйста, 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 есть. Надо просто просить, хорошо просить. Попросивший будет услышан. Слышали такую штуку? Wake up, Джонни. Вы обосрался. Ты что за дерьмо, блин? Не надо тут. А самое тупое в этой кривой игре, акула-то все равно застряла. Я не пройду через нее. Я не пройду через нее, вы же понимаете. Она застряла. И опять сейчас чел скажет, да ты просто не привык к физике. Да какой физики-то, ёб твою медь. А, бля, класс просто. Вот до этого места я вообще, вот мне дай 1000 рублей, скажи, Кирюх, 1000 твоя, если пройдешь бессмертие вот до сюда. Я до сюда пройду 100 раз из 100 бессмертей. И все потому что 1000 рублей мотивирует меня больше всего в жизни. Давайте тут попробуем встать. Я должен был проверить, чтобы... Ты че там ржешь? Ты там чё ржёшь, я не понял. Это не обманка разработчика, это кривая игра, блин. Это не обманка, это текстура специально насрана, но она ви... Какая нахрен обманка-то, блин? А вы чё ржёте, блин? Чё хорош, я это проходил 100 раз уже. Я преисполнился здесь. Бля, тут-то куда? Все, я пошел, мне поебать. Пошло все нахуй. И в очко. Так, тихо, без приколов. Сука, ну ты че, издеваешься, чел? Бля, чувак. Либо ты запрыгиваешь, сука, либо я... Ну ты гонишь чувачела-то, блин. Кончела, ворочела тебе, блин. Ну ты че, блин? Там кто-то играет музыку, хочу послушать вместе с ними. Но если я не запрыгну, мне щитов больше не хватит. Блин, ну надо было пониже ставить, наверное. Ошибка получается. Опять патч вышел, да? Ну верхний щит, я его даже не задеваю. Я не задеваю тот щит. Блин, а чё я забыл про двойной прыжок-то? Не, ну я к физике не привык просто. Я не привык просто к физике. О, не... Блять, и что меня вытолкнуло? И что меня вытолкнуло? Ну вот, вот объясните мне опять. Опять я что-то туда никуда не... Ну конечно, а хули мне делать-то теперь, блин? Все хорошо сделал, застрял в текстуре, блин, опять. Очередной раз, очередной раз. Просто застрял опять в текстуре. И вдумайтесь, я должен был, если бы не было сейва, всю унылую площадку заново. Не это место я заново должен пройти, а унылую площадку из-за того, что игра кривая, я застреваю в текстуре, блин. Понимаете, в чем дело-то, сука? И это раздражает, блин. Кекс, привет, смотрел стрим 2 часа назад, пришел, ты на том же месте, очень приятно. Спасибо, братан, тебя только и ждали, блядь, твоего комментария, понял? Ты написал, все, теперь я иду вперед. Тоже, вот это я ставил. Блин, может еще раз попробуем? Так, что, на эту я не запрыгну. Это что? Ну, как будто бы тайминга до хера тут. А, блядь. Ну, есть... Точно. Тайминга до хера, но игра ж кривая, сука, параша, блин. Конечно, персонаж будет и вот так вот не пробежит вперед, а застрянет, сука, на ровном месте. Точно. Блин, класс, теперь у нас нет сейва. Бля, какой балдеж. Блять.
Ну, то есть, ну, я умер, да. Все, всем пока, ребят.